Насчет этого, я бы сказал, да не знаю. А вот то, что я прочитал, то скажу. Замечательно об этом пишет Игнатий Брянчанинов, на которого особенно обращаю вот ваше внимание. Он об этом пишет, что когда полное нечувствие, когда сердце как каменное, более того, это сердце каменное, это еще ладно, это еще не вопрос не совсем, а когда сердце против, потому что мне хочется вот это, а я знаю, что это грех, а как теперь я буду молиться? А тут что делать? И вот он пишет, что, оказывается, самые ценные в духовном отношении молитвы человека является та, когда он молится без всякого сочувствия сердца, молится только умом. Причем, если при этом мешает мысль, мысль о том, какая мысль, вот та греховная, что мне хочется, и я знаю, что я согрешил, я грешник, и, к сожалению, не имею пока сил, ну, иначе жить, надо хотя бы не вспоминать об этом, но молиться: «Господи, помилуй». И он пишет, Игнатий Брянчанинов пишет, что если человек вот так усилием ума будет молиться, он говорит, то через некоторое время происходит, ну, буквально чудо. Господь вдруг дает импульс сердцу, и оно из камня превращается в живой, животрепещущий орган, который весь так же вместе с умом обращается к Богу. Самая, оказывается, ценная молитва не тогда, когда у меня душа горит. Тут-то чудо. За столом мы все друзья. Друг познается в беде, и здесь познается верность человека Богу не тогда, когда душа горит, а тогда, когда вся моя душа против. И вот здесь покажи верность Богу. Господи, я верю Тебе, помилуй меня. Вот как надо. Это очень-очень важно это знать. Поэтому надо использовать этот момент, слышите, использовать этот момент, когда душа молчит, как камень черстый, как ледяшка. Здесь использовать момент, чтобы показать свою верность Богу. Дай Бог, чтобы мы всегда так делали.